68-летняя Ирина Хакамада преуспела в своей жизни не только как государственный деятель и спикер, но и как родительница. Ни для кого не секрет, что в 1999-м Ирина родила особенную дочь Марию. На вопрос журналистки, как молодая Ирина решилась на столь ответственный шаг, Хакамада ответила, что, мол, они с мужем простудировали интернет и поняли, что готовы справляться с ролью родителей солнечного ребенка. На днях Ирина обнародовала ролик, в котором она танцует на камеру вместе с наследницей. Хакамада похвасталась взрослой красавицей дочерью, собрав восторженные комплименты поклонников. «Какая у вас девочка светлая и красивая, мамина гордость и радость, Ир. Какая вы умница, мудрая женщина. Повезло Маше с мамой», пишут под роликом фанаты Ирины. А что скажете вы?